Já, Yuri. Salve galera, hoje estou dando um seminário aqui de Jiu-Jitsu na Rússia, na academia do meu amigo Pankov. Hoje estou ensinando aí uma passagem de guarda, com algumas variações e finalizações. Пацаны, привет! Я Юрий, сегодня в Панковской академии. Я покажу, как проходить гард. У нас там еще одна болячка будет. В общем, наслаждайтесь. Beleza, vamos continuar lá com a mesma coisa, com a mesma pegada. Beleza, estou aqui. Pá, estourei lá. Подгружаем, чтобы он обратно не залазил. Às vezes, quando eu estou aqui, o meu adversário ele chuta, tá ligado? Вот чтобы эта ножка отвалилась, нужно отойти назад. Quer ver? Eu só chutei. O meu adversário chuta, ó. Às vezes, quando ele chuta, eu dou um passo, ó, e puxo ele, ó. Joguei lá, ó. Tá vendo? Andei, travei lá, ó. Tá vendo? A perna dele tá aqui dentro. Agora eu venho com a mão na frente, engulo ela jogando o meu joelho em cima aqui, ó. Da... Да, здесь мы сейчас проталкиваем колено, и потом нужно своим коленом подпереть его. То есть прямо, чтобы было много давления вот в эту часть ноги. Ó, joguei lá. Протолкнули. И сразу подперли своим коленом. Aí, que ele vai fazer? Ele vai querer voltar de guarda. Ele vai querer voltar. Оп. Tá vendo? Aí agora só jogo lá, ó, no joelho. Beleza? Ganhei esse grima do braço. É, orelha com orelha. Тут underhook, и потом ухом к уху надо прижиматься, когда ваша голова идет в сторону мата. Beleza? Домину cotovelo dele. Берем рукав. Aí agora, ó. Com essa minha perna aqui, ó, venho lá, chuto a perna de cima dele lá, ó. Этой ножкой снимаем верхнюю. Aí, ó, chuto, tiro, já volto. Разворачиваемся. Tamo aqui, tô lutando com ele, estourei lá, quebrei a Dela Rio. Срываем крючок. Берем отворот, подпираем крючок, поднимаем соперника, заходим в этот пас. Теперь беремся за ножку выше. Проваливаем. Обычно в этом случае человек у вас будет поворачиваться на другой бочок, потому что так лежать смысла нет. Когда он поворачивается, вы идете головой в пол, ухо к уху, берете рукав, снимаете ножку и разворачиваетесь. Сейчас чуть побыстрее сделаем. Срываем. Оп. Сорвали, сорвали крючок, подперли его, вытянули на себя, развернули, снова подперли крючок. Проваливаем ножку посередине. Подперли коленом, очень важно. Piso lá pra tirar. Beleza? Importante aqui, ó. Quando eu tiver aqui, ó. Quando eu tiver aqui, ó, muito importante, tipo, na hora que eu jogar aqui a perna dele, na hora que ele fizer o movimento. Очень важно, когда вы подперли вот уже человека коленом, и он начинает двигаться на другой бочок. Eu ganhar aqui a esgrima do braço dele, ó. Нужно здесь успеть взять андеркук. Ты можешь фигурать, типа, на фаше, а можешь только сгримать мем. Можно за пояс взять, можно взять повыше. Я prefiro segurar на фаше dele. Ему больше нравится пояс. Я venho lá. Я deixo minha orelha lá, ó, bem colada на orelha dele.
прижимаемся ухом к уху, и можно прямо человека поддавливать, чтобы его чуть скрутило. А я занимаю шутку. Снимаем ножку. Сентил. Понятно? Оп. Beleza, vamos começar daqui agora, ó, já. Vamos tá lá, ó, defendendo. Conseguimos chegar aqui. Vou engolir lá a perna dele. Начинаем сразу с этого положения. Проваливаем ножку и подпираем ее. Ваш соперник поворачивается. Aí agora, ó, ele ganhou a esgrima lá do meu braço, não consegui esgrimar, ele foi mais esperto. Ele esgrimou aqui, ó. То есть тут не получилось у вас взять андерхук. В этом случае вам нужно локтем поджать локоть соперника поплотнее. И берем отворот прям глубоко-глубоко за шеей. Прям за шею берем. Закрываем локоть поплотнее. И тащим человека на себя. Переносим ножку. И тащим голову ногой назад. Начинаем из этого положения, когда вы уже ногу съели. Оп, проталкиваем. Ваш соперник поворачивается. Андерхук не получился. Поджимаем локтем. Берем максимально глубоко. Подтягиваем к себе. Переносим ногу. И ногой толкаем голову назад. Тут одновременно тащим. Подтягиваем рукой и тащим ногой назад. Aí a minha mão aqui, que eu tô segurando, ela faz isso aqui, ó. Beleza? То есть так немножко подворачиваем запястье, чтобы еще приятнее было. Beleza, ó. Правый. Ele pegou a mão. Tá. Levou o cotovelo. Взяли отворот, принесли ногу. Ele bateu, beleza? Все, постучал, отлично. Beleza? Vamos lá. Оп. С самого начала завернули, поджали, пробили ногу, человек поворачивается. У вас не получилось взять андерхук. Хорошо, понятно. Beleza, vamos fazer essa. И я tenho aqui também, ó, quando eu tô esgrimado aqui, ó. Tô esgrimado. Если взял плотненький андерхук, то делаем то же самое. Переносим ногу и можем идти на другую сторону. Vamos fazer essas duas finalização. Vamos fazer lá aqui assim, desde o começo. Travei. Joguei lá, com a mão, ali, depois vem, esgrima o braço. E se eu usar o overhook, то идем на другую сторону. Joguei lá na calça dele pra ele não fugir. Берите штаны. Pode até passar a perna. Если надо, потом можете вторую ногу тоже перенести. Beleza, só mais um. Сняли долариву, подперли, потянули на себя, завернули, подперли. Лучше берите штаны. Со штанами удобней. Хорошо? Все? Супер?
Beleza, tô lá lutando com ele. O tempo todo eu tenho que estar estourando a pegada dele aqui, ó. Senão se ele vai querer me raspar, ó. Estourei. Говорит, вот эту вот штуку все равно надо снимать. После этого подгружаем. Поджали. Все время грузим локтем. Проваливаем ногу. Aí, ó, no movimento dele, ó. Travei. Beleza? Aí ele ganhou esgrima. Ganhou esgrima mais lá com. É. Ó, ele ganhou esgrima. Я не могу ficar muito aqui, senão ele será на место. Говорит, когда нету андерхука, нельзя проходить, потому что если будете проходить, вам просто за спину начнут лезть. Beleza? Agora, ó, vou esgrimar o braço dele e vou segurar lá a manga dele. Сейчас мы продеваем здесь руку и тянемся за рукавом. Beleza? A minha outra mão vem na gola dele aqui, ó. Другой рукой берем за отворот, снова глубоко у шеи. Beleza? Agora, ó, vou dar passinho aqui, ó, meu pé. Eu não posso deixar meu pé aqui, ó. Ele tá sempre aqui atrás, pra ele não segurar lá, ó. Se eu deixar muito aqui, ó, ele consegue segurar aqui. Aí ele consegue me raspar pra lá, ó. Tipo, говорит, не надо держать здесь ногу, потому что вас будут переворачивать в ту сторону. Sim. Под нее будут лезть. Ó, se eu deixar muito lá, ele vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que estar o tempo todo lá, ó. Поэтому все время нужно ножку подальше держать, чтобы до нее не дотягивались. Тут мы ищем именно рукав. Надо взять рукав и вторая рука за отворот глубоко. После этого можно ножку уже переносить. Отсюда встаем. Оп. И получается бэктейк. То есть сначала вот отсюда надо взять руку, и после того, как вы взяли руку, уже можно переступать ножкой ближе к голове. И вот это вот движение, когда вы разворачиваетесь, вот после него можно забрать спину. Вот такое движение. Пробиваем ручку, берем рукав, переступаем, оп, Вот так вот вытягиваем одновременно с движением. Ну а дальше просто душим. Еще разок. Можно прямо отсюда начинать. Давайте лучше отсюда начинайте, чтобы прямо это движение посмотреть. Ó, eu não faço a pegada aqui, ó. Eu faço atrás da nuca. Главное, не беритесь низко, беритесь прямо за шеей. Aí, ó. Eu passo, puxei. De lá. Vem já. Vem lá mais pra ele, ó. Beleza? Ok. Um, dois, três. Движение посмотрим. Beleza, ó. Vamos... Fazer lá a mesma coisa, de começo, sempre quebrando. Начинаем с того же самого, срываем делариву, поджимаем локтем, тянем на себя, разворачиваем. Aí eu travei lá, ó. Aí às vezes aqui eu não consigo jogar essa perna dele aqui, ó. В этот раз у нас не получилось. Fica ruim de eu jogar, beleza? Ele tá muito прокинуть forte. Колено. Очень упирается наш соперник. Aí que eu vou fazer, ó? Vou segurar o cotovelo dele. Что делаем? Поджимаем локоть. Beleza? E vou trocar a mão.
До гола direita по esquerda. Меняем отворот, который мы держим. Beleza? Aqui, ó. Truque по esquerda. Aí agora, ó, vou tirar ele lá do chão, ó, e vou ficar em pé, ó. Вытаскиваем соперника с земли aí, наверх. Aí agora caminho, ó. И падаем на рычаг. Оп. Tirei. Vem lá. Beleza? Travei. Vou segurar. Aí, ó. Tá segurando. Tô travando, ó. Venho. A minha mão que tá na calça vem pro cotovelo dele. Берем за локоть. Aí a outra vem. Перехватываемся за другой отворот. Гола. Вытаскиваем наверх соперника. И переступаем ножкой. Сейчас чуть побыстрее. Открываем. Разваливаем. Поджимаем. Fala que é muito importante isso aqui, ó, ele não deixar dela viva aqui, porque, ó, não vai dar certo. Главное вот это вот крючочек, потому что пока он есть у соперника, у вас не получится его развернуть вот этим шагом назад. Крючочек отвалился, тогда можно. Поджали, и тут вот у нас не получается прокинуть колено, упирается соперник. Берем ручку, меняем отворот, вытягиваем на себя, переступаем ножкой. Сжимаем ножки, прям плотненько. Говорит, ему нравится, вот смотрите на палец, и вот куда палец смотрит, нужно в противоположную сторону. Если он смотрит вверх, тогда ведете вниз. Если смотрит в бок, можете вести вот сюда. Если у вас соперник поднимается, переворачивайтесь на живот. И еще разок. Тула, тирей. Venho na gola, travando, joguei, travei, não tô conseguindo empurrar a perna dele aqui. Если получится прокинуть, это уже там то, что мы раньше делали. Тут не получается. Если соперник встает, то Юра закручивается на живот. И еще разок. Все время нужно срывать вот этот вот крючок. Иногда можно просто так его попробовать вытянуть. Но лучше все-таки сначала поменять отворот. Можно потом вторую ножку переносить. Хорошо? Первое движение. Срываем руку, подгружаем ножки. Tipo, ó, quando eu tá aqui na Dela Riva, quando eu estourei, aí eu vim pra cá, ó. Tirei a Dela Riva, ó. Beleza? Aí eu já venho com a mão lá, ó. После того, как сорвали этот крючочек, поджимаем его локтем. Aí, ó, tirei, joguei lá. Закручиваем. Поджимаем. Пробиваем коленку. Aí, ó, travei. Прижались ухом к уху.
Подгрузили, закрутили, поджали. Снова долариво. Снова закрутили. И крутим так. То есть вот вернулась нога, отступили назад, закрутили, поджали. Нога вернулась, отступили, закрутили, поджали коленом. Mais uma vez, todas as técnicas. Сейчас по очереди просто все, что мы сегодня делали. Закрутили, положили, пробили коленку. Это когда есть андерхук. E agora toda a gente vai fazer essas técnicas todas 5 minutos, não? Ну, говорит, поставь 5 минут и супер.